Даже если сейчас ночь на дворе, все еще слишком рано пойти поспать. Может, мне пригласить Асуну и Юй и спуститься вниз, что-нибудь съесть? Асуна, ты там? Кирито, давай, ходи. Папа, добро пожаловать. Привет, доченька. Что такое, Кирито? Да ничего, милая. Ну, знаешь, у меня есть немного свободного времени, поэтому я подумал, что, может быть, мы могли бы спуститься вниз и... ну... Эй! У тебя что? Нету никакого стыда, что ли? Кроме как приходить? Нет. Эй, у тебя что, нету чувства стыда, что ли? Приходишь, блин, ночью в комнатах к девушкам? Кирито, добрый вечер. У нас что, особый гость? О, господи. Ну, это гость, ну ладно. Что? Так значит, все в сборе тут? Да, тут ничего особого не происходит. Просто девушки собрались вместе для девчачьего разговора. Ну, понятно. Ну, у меня тоже есть немного свободного времени, который можно потратить. Но я, наверное, лучше иду, если я беспокою вас, ребят. Ну, папа, останься. Поговорим все вместе. Именно, Кирито, ты можешь тут остаться. Ребят, я понимаю, о чем они тут говорили. Само собой, перемололи косточки, обсуждали Кирито, Кирито и еще раз Кирито. И, возможно, ну ладно, поединки. Да тут ничего такого, давай, повеселись со всеми. Да, но во-первых, почему бы тебе не пойти купить некоторые напитки, да и закусочки для нас? А, ну я чай хочу. Эй! Что происходит? Что происходит? Почему темно так внезапно все стало? Блэкаут? Не. Таких вещей в этом мире нет. Эй, Кирито, постой! Ты где трогаешь-то? Я ничего не сделал! Извините, это я. Я не могу ничего видеть, так как здесь совсем все темно. Юй-чан-ка. А, это Юй-тян. Прости меня, Кирито. Но что это все значит? Но из-за этой темноты я чувствую немного холода. Слава богу, свет уже включился. А что произошло-то? Я сам хочу спросить. Фу, не пугайте меня так. Но, может быть, этот блэкаут случился из-за какой-то программной ошибки. Там что-то связано с источником света, например, не работал. Ошибка? Да, возможно.
И кстати, Асна, Алис, а почему вы так одеты-то? Чё? Чё? Что это такое? А почему я так выгляжу? Эй, Кирито, ты тоже? Что это значит? Стоп. А почему я тоже в полотенце? Что это все значит? Кирито, не смотри. Я не смотрю. Да я вообще не смотрю, ты чё? Что, почему? Почему наш эквипмент сам по себе изменился? Кирито га хайтта кото де тэйн овер. Нанте кото ва най ва ё не. А вы не думаете, что когда Кирито пришел в комнату, то комната, так сказать, была перегружена, из-за чего все это произошло? Не думаете? Консолька не тянет! О, господи. Ну, вполне возможно, что программа удалила ненужный эквипмент, чтобы уменьшить нагрузку на графику. Хотя я сомневаюсь. В любом случае, давайте оденемся обратно. Точно, хорошо. Так, экран эквипмента. А он говорит, что я по-прежнему полностью оборудован. То же самое со мной. Мой весь эквипмент так же. Ага. Так это тотальная ошибка у системы. Что, существуют такие ошибки, что ли? Но предметы и эквипмент стал нестабильный после того, как мы... После того, что произошло на 75-м этаже. Возможно, то же самое произошло и в этот раз. Ах, я беспокоюсь о том, что произошло же на улице. Но я не могу выйти в таком виде. Ну, в любом случае, что нам делать-то? Но в любом случае нам нужно больше информации. Если мы сделаем что-то безрассудное, то тогда мы не, мы не сможем все это исправить. И, короче, у нас проблема. Но я думаю, вернуться в свою комнату. А то я чувствую здесь не особо ловко. Нет, я чувствую себя неловко тут. Точно. Да не, Кирито, ты можешь остаться со всеми. Чё? Ну, прямо как ты только что сказал, мы не знаем, что произойдет. Поэтому лучше, чтобы мы остались все вместе. И мы должны быть вместе. В такие времена. Ну, я согласна с Асаной. Мы должны... вместе увидеть, что произойдет. Верно. Я чувствую себя в безопасности, когда Кирито здесь. Но это выглядит все очень серьезно. Так что будет лучше, если ты будешь находиться здесь. Ну, пока ты не будешь, конечно, смотреть сюда. Да, Кирито-кун, оставайся здесь.
Папа, я тоже не знаю, что случилось с этими условиями. Так что оставайся здесь, пока мы не заполучим какую-либо информацию. Я понял. Я останусь здесь. Эй, Асна, ты там? Кляйн! Да, все здесь... Нет, Юй-тян, не говори! Извини, но... Все станет очень серьезно, если нас так увидит. Ну, будет лучше, если больше ничего страшного не будет происходить. Да, давайте пока что оставаться на месте. Где все? Эй, Асуна, Кирито! Ну, в данный момент я должен уважать решение девушек. Извини, Клей. Ну а что ты хочешь, чтобы мы делали? Сходить с ума, это ничего не исправит. Ну, это правда. Лиз, о сенбей мада арио. Чанто коно о хику токоро кара цукуттан дакара. Эй, Лиз. Вот тут еще рисовые креки. Я сделал их сама, короче. Поэтому тут их целая куча. О, сацуга ичирён шефу! О чауке но о сенбей хитоцу ни мо коно кодавари йо. О, какая ожидалась от первоклассного шефа. Чай подают как раз с рисовым крекерами. Это просто лучше. Асна, могу я воспользоваться твоим душем? Это, ты можешь принимать душ в такие моменты, как сейчас? Эй, как ты можешь такое говорить, Лиз, когда ты жрешь сухарики? Ну, я не принимала душ сегодня вечером, поэтому я хочу воспользоваться временем, что сейчас есть. Я обеспокоена тем, что сейчас происходит. Да, можешь использовать без проблем. Я тоже хочу принять душ. Не хочешь принять его вместе? Ну, конечно. Давай, примем вместе. Великолепно же, Юйтя. Не причиняй слишком много проблем Сирике, хорошо? Хай. Да. Да, Ико, Юйтя. Ну что, пошли, Юйтя. Соре ни штемо, коно окашина геншо га эя но нака де окотте йокатта не. Хорошо, что этот странный феномен произошел, когда мы все находились в этой комнате. Да, ты права. Это было просто ужасно, если бы это произошло на улице. Да, особенно для девушек. Так что можно сказать, что нам даже повезло с этой напастью сейчас. Силька, я помогу тебе помыть тело. А да не, все хорошо, все хорошо. Да не волнуйся, я действительно очень хороша в этом. Даже мама с этим согласна. Щекотно! Окей. Насилие над Асуной было вчера или когда-то. Сегодня над Силикой. Хорошо, тогда я помою тебе, Юйтя. Остановись, я чувствую себя странно.
Кирито. Нанка хенна мосо тока штерун джа най дешо не. Кирито, ты ничего там странного себе не вообразил, не? А, да нет, ты чё, я просто подумал, что ему очень весело, и всё. Сирика! Юй-чан! Киоцкете! Кирито-га нозоки-ни иттава-ё! Блин, ну Лиз, конечно, просто офигеть. Сирика, Юй, будьте осторожнее, а то Кирит подглядывает. Нет, прекрати, Кирито! Эй, Лиз, не говори такие вещи. Эй, Силька, а Лиз просто шутит. Папа, хочешь присоединиться к нам? Видишь, Юй тебя зовет, давай. Господи, не глупи. Кстати, ничего не происходит. Да, ты права. Это будет серьезной проблемой, если ошибка будет происходить довольно часто. Но я рад, что это ограничилось только с отображением нашего эквипмента. Если другие такие баги будут происходить, это будет вообще не смешно. Например. Ну, касательно внешнего вида, а что если игрок, например, будет выглядеть как монстр, этим не являясь? Да, это будет проблемой. Так, система кардинала работает, имея дело с ошибками в первую очередь. Я сомневаюсь, что Каябал оставил такие недостатки нарочно. Возможно, с системой, короче, что-то не то, на каким-то непредземным стрессом. Эх, душ был просто замечательный. Спасибо тебе, Асуна. Эх, я так и свежилась. А, добро пожаловать. Эх, может быть и мне душ принять? Силька, твой эквипмент, как бы он вернулся в норму? А? Чё, точно? А чё ты сделала? Я ничего не сделала, только, конечно, если не... Ну я как обычно сняла с себя эквипмент, потом пошла в душ с Юй, затем положила обратно свой эквипмент. Постой, разве это не? Нужно принять ванну. Не-не-не-не-не-не. Нужно просто переодеть эквипмент. Почему мы не попытались это сделать раньше? А, подождите, я попробую. Та-дам, успех, короче. А, тогда это правда, что нам нужно просто переодеть наш эквипмент еще раз? Ну, разве это не замечательно, что это так легко исправляется? А, замечательно. Ладно, ребят, давайте все так же повторим. Фу,
это было действительно ужасно. Я даже не знала, что мы будем делать с этим. Пиза не кумате на катта жена. Ну, Лиз, ты не была настолько обеспокоена, не так ли? Да не, ну это правда, что я была спокойна, потому что там все были. Лиз была слишком спокойна по этому поводу. О, Кирито, мина, коко не итанока. О, Кирито, ребят, а вы все здесь? Клайн? Я искал вас, ребят. Где все были? А, ну, все просто бродили вокруг где-то. Да-да, просто бродили. В любом случае, Риа, вы знаете, что была очень большая проблема ранее. Ну, была как-то странная ошибка по отображению эквипмента игроков. Отображение эквипмента, да? Ну, мне повезло, я избежал каких-либо проблем, к счастью. А вы, ребят, не столкнулись с проблемой, не? Ну, может быть, только немного. Я слышал, что просто нужно переодеть эквипмент, и все. Я пришел, чтобы вам сказать об этом, ребят, конечно, если вы переживали там. Ну, знаете, я был расстроен, что не смог никого найти. Боже. Ну, хорошо, что ничего не произошло. Что такое? Что такой странный взгляд? Ай... Извини, что заставили тебя волноваться. Но в качестве извинения я угощу тебя чем-нибудь, что ты хочешь поесть. Чё так внезапно? Клейн, просто выпей что-нибудь и все. А ты согласен вот на этот лаймовый сок? Я закажу это для тебя. Эй, а ну постойте, что-то тут не так, ребят, с вами. А, кстати, там закусочек не хватает, а я пойду сделаю еще. Асуна, я тебе помогу. А, ну тогда в этом случае я принесу их, когда они будут готовы. А я промассажирую твои плечи. Ребят, что происходит? Что это за уловка? Это от всего сердца, от каждого. Так что наслаждайся. Возможно, это только сегодня и все. Да я вообще что-то не понимаю. Да уж. Ну, зато Кляйн получил очень много удовольствия в конце, которое он больше не получит никогда. Привет, Мирс. Здорово. Так, ну ладно. Идем дальше. Что здесь случилось? А это долгая история. Так.